Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня у нас музыкальный выпуск, и я хочу с вами поделиться альбомами, которые выходили за последние несколько месяцев и которые мне очень понравились. Я думаю, вам будет интересно, ведь вы знаете, что я плохого не посоветую. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Сегодня их будет 5 или 6, я точно не помню, но, как мне кажется, они все прекрасны. Они в какой-то степени легкие, зефирные, но одновременно забористые. Здесь не будет тяжеляка, я сразу говорю, поэтому кто ищет прям конкретный true, здесь этого не будет. Здесь будет очень много атмоблэка, будет немного депры, и я не знаю, мне как-то эти альбомы очень сильно зашли, поэтому я думаю, и вам они придется по вкусу. Но, как обычно, прежде чем начать, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, подпишитесь на канал, ссылочка на донат в описании, они очень помогают развитию канала. Также не забывайте подписываться на группу ВК и Телеграм и поставьте лайк на Яндекс.Музыке или Google подкасте и везде, где вы слушаете этот выпуск, поскольку это очень важно и способствует продвижению канала и продвижению моего подкаста в целом. Что ж, мы начинаем? Первый релиз, который мы сегодня с вами рассмотрим, это релиз немецкого коллектива Cult, который называется High Breeze. Этот альбом вышел буквально неделю или полторы назад, если не ошибаюсь. И почему я с него хочу начать? Потому что, ребята, это реально клево. Вот за что я реально люблю современную немецкую сцену, за то, что они делают реально качественное и напористое музло, которое приятно не только слушать, но и даже показать. Ай, смотри, мне нравится такая музыка. Потому что многим, насколько мне известно, и на собственном опыте я это испытал. Когда показываешь, что ты слушаешь Black, ты слышишь ответ, как ты можешь слушать эту стену звука, там ничего не понятно, ничего не слышно. Вот здесь такая приятная ритмика, напористое такое яркое, сочное музло, которое переходит в такую шквальную долбежку, но при этом сохраняет мелодичность и такой романтичный немного вайб, я бы даже сказал. Помимо атмоблэка, которым пропитан весь альбом, здесь слышатся нотки блэкгейза и даже немножко такого хардкора модернового. Но при этом все очень гармонично и очень рационально подобрано. Причем, на самом деле, я бы сказал, что музыкально вообще местами очень сильно похоже на коллектив Мол. И, в принципе, они наверняка даже черпали свое вдохновение из этого датского проекта, но я скажу вам, что этот альбом реально, скорее всего, попадет в топ-10 альбомов уходящего года, лично мой топ. И я рекомендую к прослушиванию. Что ж, без лишних слов, слушаем. We lost it.
следующий альбом, я бы сказал даже EP-шка, но по факту это демо коллектива из безызвестной страны, про этот коллектив ничего не известно, он называется Despair, и альбом называется Hopeless. Это несколько довольно интересных композиций, я бы сказал, что это отличная проба пера для начинающего проекта. Также наблюдается приятный такой зефирный вайб, такая атмосфера в духе Sadness, Anarchod и Throw Pledges. Довольно сильный дебют, я вам скажу, и здесь даже без лишних слов нужно реально слушать, и это очень клевый проект и очень клевая эпишка, поэтому рекомендую.
А сейчас альбом и коллектив, которые все очень долго ждали, очень надеялись, и многих он разочаровал. Но для меня этот альбом стал одним тоже из лучших в этом полугодии, и я вам скажу, что в принципе мои ожидания оправдались. Это коллектив Sour и их альбом Origins. Эти британцы играют Atma Black, и в данном альбоме они добавили фолк-металла. Шотландцы выпустили пластинку Origins, рассказывая историю пиктов, людей, которые жили на территории современной Северной и Восточной Шотландии в эпоху поздней античности и раннего Средневековья. То есть коллектив, как всегда в собственной манере, отображает какую-то природную божественную тематику и к своим этническим корням отзывается. В принципе, очень интересно. Но в альбоме очень заметны элементы классического хэви-металла. Энди Маршалл, бессменный лидер группы, много слушал во время пандемии, и в целом музыка ушла больше в сторону фолк-металла, чем обычно. Для многих альбом Roots является классикой в творчестве коллектива Sour, но Origins лично мне зашел вообще вот просто на ура. Я рекомендую, если вы хотите окунуться в этническую атмосферу, при этом с примесью Atma Black, милости просим, этот релиз для вас. Слушаем. We'll be right back.
Следующий релиз — это, к сожалению, на данный момент сингл, но не менее потрясный. Проект из США, который называется Sadness, и его сингл Kiss in October. Это такие маленькие радости от Дэмиана, и они никогда не будут лишними. Пусть это даже всего лишь один сингл с проникновенным мелохоличным саундом, который мне очень зашел, и уже узнаваемыми распевами. Сама композиция была написана в 2017 году, как говорит сам музыкант, и сейчас вышла ее новая перезаписанная версия. Возможно, она как хорошее вино, которое набирает терпимости и зрело все эти годы. А может быть, мир просто был не готов к этой композиции, ее сдержанности и глубине, но вот сейчас пришло ее время, и она как никогда вовремя, несмотря на то, что сейчас не октябрь. Что ж, слушайте и получайте удовольствие.
Еще один релиз — это альбом, точнее, EP-шка австралийского коллектива Runspell, который называется Sentinels of Time. И я вам даже не знаю, что тут прокомментировать, потому что это просто мощно, это просто приятно и это интересно. Поэтому просто врываемся и тащимся. Слушаем хорошую музыку. Thank you.
Ну и завершает наш сегодняшний хит-парад небезызвестный швед Люстре. Ну, та самая Люстра на самом деле. И его крайний альбом The Source for Summer Rain. Это все тот же швед. Все та же меланхолия, все та же монотонность, распевность, масштабность, но в лучшем качестве, с упором, я бы сказал, даже на гитарку. В принципе, релиз неплохой. Вполне себе слушабельный, атмосферный, интересный, все как мы любим. Автолаги за то, что это Люстра, и, в принципе, я думаю, вы не зря потеряете время и не зря потратите его на прослушивание этого альбома, потому что он хорош, как и всегда. Ну просто он такой, какой должен быть, потому что это Люстра. Слушаем и вдохновляемся. И у меня на этом все. Ставьте лайк, долбаните в колокольчик, подпишитесь и напишите в комментарии, какой альбом за уходящие несколько месяцев вам зашел больше всего. Всем пока!